В малом зале ДК Гагарина прошла торжественная церемония, посвященная празднику труда в Московской области. Поздравить с праздником и вручить памятные подарки лучшим работникам района пришли начальник главного областного управления культурного развития Валерия Березовская, замглавы района Ольга Дударева и депутат Мособлдумы Сергей Двойных. Участники церемонии получили дипломы, благодарственные письма губернатора Московской области и почетные грамоты главы района. Мы сегодня видим по количеству награждаемых, что Сергиево-Посадский район вносит большой вклад в развитие экономики Московской области, в развитие социальных отраслей. В завершении поздравления выступили солисты муниципального оркестра Юрий Антонов и Светлана Артемьева.